Новосибирский театральный институт отметил новоселье. Бывший ДК «Энергия» теперь площадка, где будущие актеры оттачивают сценическое мастерство. И одновременно это сцена для антреприз новосибирских театров и спектаклей, которые ставят сами студенты. Сергей Толмачев оценил масштабы перемен. На большой сцене репетиция оперетты «Кабачок. Седьмое небо». Актеры привыкают к залу, в котором им придется работать. А в соседней аудитории – занятия по сценической речи, скороговорки. В этом здании будут проходить практические занятия. Студенты актерское мастерство осваивают, а вокал под руководством Игоря Тюваева, основателя одного из лучших коллективов в Сибири – «Маркелова голоса». Отдельный курс на каждом семестре – фехтование. Правила отличаются от олимпийских. Там нужно нанести укол как можно быстрее, а здесь наоборот – показать полет шпаги зрителю. Если я с партнером разговариваю, здесь я разговариваю с помощью фехтования. Ответ, вопрос, ответ, вопрос, вопрос. Если тебя не спрашивают, ты не отвечай. Самый щенок и каналья, да? Да. Новые возможности позволят институту открыть еще несколько направлений. Здесь уже тесно сотрудничает с кукольным театром, и некоторые поставленные студентами спектакли включены в его репертуар. В перспективе подготовка по таким профессиям, которые пока осваивают только в столицах. Мы будем готовить продюсеров в области исполнительских искусств, то есть это организаторы театрального и музыкального в основном дела. А в перспективе мы, тоже уже в среднесрочной перспективе, лицензируем и будем готовить специалистов по звукорежиссуре. Конкурс в институте от 6 до 10 человек на место. Большинство выбирают профессию актера. Наука сложная, нужно изучить много теоретических курсов и, конечно, практических. Да и физическая подготовка важна. Для этих целей в новом корпусе института открыли тренажерный зал. У нас есть как и установленные по расписанию уроки физической культуры, так и мы сами часто посещаем тренажерный зал. Буквально живем здесь. Этому зданию почти 70 лет. Раньше это был дом культуры электровакуумного завода. Год назад областные власти помогли передать его театральному институту. Теперь после ремонта вуз получил полноценный корпус. Мне кажется, выиграли все. Конечно же, в первую очередь я рад за студентов и преподавателей нашего вуза. Но я думаю, что и жители близлежащего района почувствовали оживление культурной жизни здесь. Ну и, конечно же, коллектив НЭВЗа тоже будет постоянным другом и партнером нашего института. Замечательные условия. И не только для актеров, но и для зрителей. Большинство театров Новосибирска в центре. А здесь удобное место для жителей Залицовского района, да и метро рядом. А показывать будут не только театральные постановки. Этот зал изначально проектировался в том числе для проведения разнообразных концертов. Эксперты говорят, акустика и сейчас на высшем уровне, одна из лучших в городе. Поэтому здесь запланированы совместные спектакли театров и Новосибирской филармонии. И консерватории. Расписание на апрель уже висит в фойе, рядом с афишами спектаклей, в которых играют студенты. Сценическая практика у них будет перед полным залом. И это лучшая оценка пройденного в аудиториях материала. Сергей Толмачев, Антон Мамаев, Новости УТС.